Привет всем, ребята. Быстренько сейчас хочу показать. Смотрите, вот говорят, да, американская кухня, там совершенно другая. Да вообще ничего подобного. Вот, пожалуйста, вот передача такая популярная, типа как у нас там, ну, про кухню, да, как готовят. Вот, пожалуйста, готовят люди блины. Наши совершенно, абсолютно русские блины. Вот. Такой же рецепт, просто я пока вот в камеру включила, вот они делали тесто, совершенно то же самое. Рецепт обыкновенных русских блинов. Вот, пожалуйста, тебе жарят эти блинчики, вон там джемы понаставили, варенье всякое. Ничего подобного в плане того, что вот говорят, ой, вообще совершенно другая кухня. О, дедулька, раз, таким черпачком налил. Вот тебе получаются обыкновенные русские блинчики. Ну так вот, я да продолжу. Я хотела что сказать, что говорят, совершенно другая кухня, там вообще ничего подобного, ничего такого не едят они, вот то, что мы едим, не знаю. И вареники тут я уже показывала, у меня есть видео, называются они у них пироги. Вот, и блины вот эти вот, и есть фаршированные блинцы, они называются, с творогом, так же, как мы делаем, завернутые такие вот кармашками. Ну, очень-очень много пищи, очень такой вот нашей русской, национальной, там, ну, русской, украинской, неважно, для меня все равны. Вот, пожалуйста, блинчики, наши обыкновенные блинчики. Вот так вот. Единственное, да, вот видите, что они так их мажут внутри, скручивают такими трубочками. Почему-то, да, вот они вот у них блинчики вот так вот. Не так, как мы привыкли, да, вот, нажарить горку и сидеть, лопать эту горку. Ну, как, не знаю, как у нас, по крайней мере, как у меня мама моя делала, а Соня бабушку всегда просила, и она делала, и Соня сидела и лопала вот так вот с этой горки целую эту горку блинов там с маслом, с вареньем. Ну вот, в общем-то, вот это все, что я хотела показать.